В этом выпуске мы вам покажем и расскажем про еще одну модель финской фирмы Finmill Models, которая выпускает на сегодняшний момент, это конец 2020 года, пока три модели в пластике. Это цифровой ЛНД, сделанный с высоким качеством. Все модели пока в 72-м масштабе. Есть у них планы на 35-й что-то сделать подобное. Ну, поживем, увидим, что у них получится. Пока мы в предыдущих роликах вам показывали, уже рассказывали про первые модели. Это XA-180, XA-185, БТРы финской армии, эксплуатирующиеся и в скандинавских странах других. Сейчас расскажем про грузовичок СИСУ-А45, 4х4. Полноприводный грузовик, который эксплуатируется в финской армии и используется также в международных миссиях различных. Вот такая вот коробка, инструкция и внутри литники и декалька. Пока сам рассматривал, уже пакетик помял. Ну, ничего страшного. Значит, декалька такая маленькая. Есть еще вариант декали для ООНовских, так сказать, грузовиков. Ну и какие-то еще дополнительные. Здесь пока... Смотрите, на сайте они там все представлены. Вот. Я сейчас не могу их показать пока. Вот. Инструкция, как видим, цифровая. Модель разрабатывалась 3D. Отсюда можно надеяться на неплохую стыковку деталей и подгонку. Ну вот, достаточно все просто. Всего три литника. Есть тент, что очень радует, собственно. Есть то, что можно положить в кузов, потому что можно сделать открытым, закрытым кузов. Это ящики, мины финские, которые используются в финской армии, какие-то бочки. То есть вот эта часть вот этого литника с колесами, она непростая, она еще дополнительно на ней еще, видите, дана загрузка, что, в общем-то, обрадует поклонников, так сказать, оживляжа машинки, не просто пустую, а с литниками. Вот такие вот колесики со ступицами, которые все в болтиках. Вот. Колесики интересные, мне понравились. Значит, хотя не знаю, как они будут выглядеть в собранном виде. Надо склеивать и смотреть. Вот. Но вот сама по себе деталировка внутри, ничего такая. БТР XA-180, она попроще, там колеса сложные, вот, их, наверное, даже надо было заменить. А здесь вот все более-менее. Так, а вот, соответственно, детали остальные. Мешало. Вот такая вот модель. Опять же, я каких-то проблем с литьем не вижу. Все чисто, аккуратно. Мелкие деталюшки пролиты очень хорошо. Какие-то заклепочки и все остальное сделано очень неплохо. Это был Skillfan. Благодарю за просмотр. До новых роликов. Ставьте лайки, если вам понравилось. Рекомендуйте друзьям.